Sergei Tchouplinine, que vous avez vu tout à l'heure, en fait, ils habitent non loin de Moscou, à peu près dans le même quartier. Et ils prennent évidemment le même moyen de locomotion pour se déplacer. А теперь стихи. Я их прочту целиком, чтобы не разбивать, а вы потом общий смысл. В последней пустой электричке пойми за 15 минут, что прожил ты жизнь по привычке, кончается этот маршрут. Выходишь прикуривать в тамбур, а там уже нет никого. Пробойца спокойный, как ангел, клуб растерил наголо. И видит он русское море, стакан золотого вина, и слышит, как в Белом соборе его отпевает страна. Потом, да, все. Лучше сейчас. Сразу покажется. Потом все спутается. Потом спутается. Вот сейчас предлагаю. Да, не будет. А может, я предлагаю. Мы с Епасюшкой. Ensemble. Écoutez, ensemble. Donc, il s'agit en fait de deux lignes. Donc, quelqu'un qui voyage dans ce train, et c'est clair qu'il y a une allusion à poète lui-même pour lequel donc, il s'agit d'un dernier wagon, d'un dernier train. Donc, il compare tout simplement son voyage dans un train vide, parce que le dernier train de cette journée, voilà, il n'y a personne, voilà, et il voit la mer russe, le verre d'un vin doré, il attend quand dans une cathédrale, le pays l'a... On chante, oh, le chant, non, le chant religieux. Non, La messe. Il entend que le pays fait la messe de lui, donc il compare. C'est clair, oui. Excusez-moi, donc c'est une tradition. On se partage le boulot. Мадам Изабель, которая читала мои стихи по-французски, с необыкновенным вкусом выбрала то, что она читала. Я бы сам выбрал то же самое. Eh bien voilà, il me fait un compliment, il dit que les trois textes que j'ai choisis, eh bien il les aurait choisis lui-même parce qu'il les aime également. Так как эти стихи написаны давно, и они были напечатаны в первой моей большой публикации в диссидентском альманахе «Метрополь» в 1979 году. Et ils ont été publiés en 1979 dans son premier ouvrage, donc il y a très longtemps. Je ne sais pas s'il le connaîtra encore. Поэтому, если я иногда буду забывать какое-то слово, то я надеюсь, что моя супруга мне подскажет. Alors il dit que si à un moment ou l'autre il oublie l'un de ses mots, il espère que son épouse lui souffrera le mot manquant. C'est le poème qui était le 30 septembre. Ah ouais, tu as lu tout à l'heure. Mm-hmm. Сейчас. Вот, одну секунду. Ah, вот. Ah non. Это взгляд на Ленинград, город, где я родился, который я считаю своей постоянной родиной. C'est un regard sur Ленинград, qu'il considère comme sa patrie, hein, la ville, cette ville, Leningrad est sa patrie. Et c'est vrai qu'hier, il expliquait que presque tous ses poèmes parlent de Leningrad. Bon, je vous ai lu un texte sur Odessa. Он известен также как Санкт-Петербург. Il est connu comme, tout comme Saint-Pétersbourg, bien sûr. Hein. Enfin, il sait Saint-Pétersbourg. Et это описание города с очень высокой точки, с высокой современной башней. Et c'est une description de la ville d'un point très élevé, d'une grande tour. Глядя на краны, речные трамваи, парусники, сухогрузы, моторки, я и тебя вспоминаю. Помню, как стало легко без мотовки, лгуньи, притворщицы, неженьки, злюки, преобразивший Васильевский остров в гавань свидания. И берег разлуки, вздох облегчения и бешенства воздух. Годы тебя не украсили тенью, алой помадой
по розовой коже, я тебя помню в слезах нетерпенья. О, не меняйся, и сам я такой же. Я с высоты этой многоэтажной вижу не только залив и заводы, мне открывается хронос протяжный и выставляет минувшие годы. Вижу я комнат, чудное убранство, фотопортреты, букеты, флаконы. Все, что мы делали, было напрасно. Нам не оплатят ни дни, ни прогоны. Глядя отсюда, не жаль позолоты зимнему дню, что кончается рано. Выжили только одни разговоры, словно за пазухой у Экермана. Как ты похожа лицом циферблатом, прыткая муза истории Клио, на эту девочку с вычурным бантом, жившую так иступленно и криво, в скомканном времени, в доме нечистом, в неразберихе надсады и дрожи, ключик полночный, кольцо с аметистом, туфли единственные, и все же... Даже вино, что всегда наготове, даже с гусиницей, даже с гусиною кожицей эрос предпочитала законной любови, вечно впадая то в ярость, то в ересь. Если вглядеться в последнюю степень, свет ночника вырывает из мрака бешеной нежности высшую степень в жизни, как в письмах, по марке с размахом.